В Самарском районе проводится мероприятие по выявлению и ликвидации незаконной торговли. В результате работы за последние два месяца составлено 7 протоколов об административном правонарушении. Говорится в телеграм-канале района. Жителям и гостям города настоятельно рекомендуют не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли и стихийных рынках. Опасность на таких торговых точках представляет не только товар, происхождение которого, как правило, неизвестно, но и сами продавцы, ведь они не проходят обязательное медицинское обследование и могут быть носителями серьезных инфекций. В телеграм-канале администрации железнодорожного района информируют жителей и гостей города о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, на водных объектах, в лесу, в местах массового пребывания людей. На территории города до 31 октября действует особый противопожарный режим. В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города. А в Куйбышевском районе в преддверии профессионального праздника проводятся торжественные мероприятия, на которых чествуют тех, кто доблестно выполняет свой медицинский долг, говорится в телеграм-канале. Глава района Алексей Коробков поздравил коллектив городской больницы номер 10 и вручил сотрудникам благодарственные письма. С приветственным словом через аудиопоздравление к коллегам обратился главный врач медучреждения Дмитрий Лисица. Сейчас он с гуманитарной миссией находится в ДНР в городе Снежное. В телеграм-канале Кировского района предлагают жителям и гостям города принять участие в акции «Зажги свечу памяти». 22 июня, в День памяти и скорби, по всей России ночью зажигаются свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Самарцы смогут почтить память героев, присоединившись к российской онлайн-акции «Свеча памяти» на сайте деньпамяти.рф. Также на сайте размещена интерактивная карта, на которой можно посмотреть, сколько свечей зажгли в каждом регионе.